Да вы чё, вы совсем офигели? Меня не было опять, и две, одну, три, мало серий вообще. И вы вот эту вот фигню творите, вы вообще офигели? Вот ты, банан, ты что? Офигеваю просто. Насколько вы глупые люди, зачем читы использовать? Вот люди хорошие исправляются, а вы не исправляетесь. Я этой палкой вам очки... Я уже забрал, я вам забранные очки сломаю. Верну сломанные, кусочек маленький. Чтобы вы на глазик одели просто и все, а лицо не закрывали. Понятно, это наказание будет. Простудите себе нос. Что потом будет? Сопельки потекут. Да все, хватит уже! Ты чё опять тут пришел свои законы вот эти все? Все остановились, остановились все! Все остановились! Чпуньк, ты скажи, вот тебе не стыдно... убери палку. Вот тебе не стыдно самому? Нет. А в такой священный день, в праздник просто, в такой день нельзя вообще людей избивать. А ты ходишь и всех наркоманов Петровича запугиваешь. Тебе стыдно за такой должно быть священный день людей избивать палками, чпуньк? А какое святое случилось? Так Лера на предыдущем стриме это лицо свое показало, понимаешь? И подписчики решили, сегодня день святой Леры. Нельзя сегодня с палками вообще в руках ходить. Убери, убери отсюда, убери давай быстро. Сегодня нельзя людей избивать, чпуньк, палками вообще. Ну так не сегодня, значит завтра. Ну вот и все, вот завтра можешь продолжить их избивать палками, а сегодня не. Сегодня не разрешено, чпуньк. Все, давайте все по местам рассадились. Банан вообще беденький, вот это испугался. Выходи, банан, выходи, никто тебя больше бить не будет. Все, по креслам давайте рассаживайтесь. Ты, Лерочка, вообще, тебе трон здесь надо построить, чтобы ты на нем сидела, но в следующей серии, в следующей серии. А я вам тогда предлагаю сразу начать вот это. Первый раунд. Нет времени объяснять, что у нас здесь происходит. Надо сразу же куда-то свалить как можно дальше, чтобы никто за мной не бежал. Пойти спрятаться и объяснить новый способ читерства, который мне опять написали подписчики в комментариях. Как я понял, реально, просто так в Among Us играть неинтересно, потому что вот я вижу только такие комментарии, что, мол, Эдисон, ты читери, но только я-то читерить буду, а потом палкой по башке я буду получать от чпунька, а не ты. Но с каждой новой серии Among Us я удивляюсь все больше и больше тому, насколько же можно использовать много читов. Картошечка. А картошечка же у нас... Ёшкины картошки. А чё вас так много? Иди отсюда, чпуньк! Чё вас здесь так много? Мне надо, чтобы они все разошлись, поэтому я сейчас включу свет где-то вот здесь. И пойду тебе покажу кое-что такое, от чего я сам офигел. Если встать на этот люк и перенести кнопку вот этой вентиляции люка вот сюда куда-то и смыться отсюда куда-то в другое место, то я тебе сейчас покажу, что произойдет. Мне нужна какая-то жертва. Кто хочет отдать свою жизнь Карась! Так в этом и заключается все читерство, то чтоб... Вот, прикрой меня, картошка, прикрой... Свет, вырубим, пердохаем! Карася! И, кстати, здесь его даже труп никто не заметит. И потом берем вот эту кнопку вентиляции и просто... Можно создавать бесконечное количество люков в любом месте. А сейчас я просто могу куда-то вот передвинуться, вот, допустим, вот сюда, нажать вентиляцию и вылезти отсюда, как будто ни в чем, ничего не было. Но только у меня такой вопрос, откуда там появился люк, в который провалился карась до того, как я использовал этот чит? Неужели картошка тоже про него знает? То, кстати, даже не замечает тот трупак и не замечает карася, который застрял в яме возле выхода из зала собеседования. А-а-а! Так люки потом еще и закрываются за собой через какое-то время! А, кстати, реально! Карасика же здесь даже не видно! Люди просто такие выбегают отсюда и бегут дальше! А, кстати...
Да никто просто не замечает. Все бегают, всем просто пофиг. Даже никто не обращает внимания на то, что просто посередине карты здесь два люка появилось. И здесь люк появился. Так здесь же не было люка. Или был, я просто не замечал. А если пробегать вот так прямо по люку и не смотреть вниз, то даже не появляется кнопка вот этого вот репорта. Ее просто нет. Если только вниз посмотреть, то она вот так появляется. А так ее не... Да я говорю, всем пофиг, уже Атомчик здесь три раза пробежал, уже Банан здесь пробежал. Четвертый раз пробежал по одному и тому же люку и даже не увидел то, что здесь... Бедный карась умер, и даже никто его труп никогда не найдет. Все, сваливай отсюда, картошка, валим отсюда. Так, Бананчик, пускай сюда идет, а я пойду и еще возьму парочку вот так вот люков. Только перед этим включу реактор и возьму еще один вот такой люк. Сейчас валим куда-то вот сюда, если я вдруг смогу запердохать здесь где-то Банана, если у меня получится. Опа! Вот так и сваливаем куда-то. А вот это я не продумал. А что мне сейчас делать получается? Или а как это? А, так у меня стрелочка есть! А я что, могу реально на стрелочку нажать и... А, обосраться и не встать. А Бананчик пока пускай там лежит. Наконец-то хоть кто-то сможет зарепортить первый трупачелло в этой игре, потому что карася вот этого до сих пор не обнаружили. А может и ты от него не будешь, Шотомчик, а уже наконец-то нажмешь на кнопку репорта? Ну, человека тоже можно понять. Ему стало интересно, что посередине карты делает огромная дыра в пропасть. Еще один бедный человек, который стал жертвой моих читов. Так, господи, Атомчик. И вот что с тобой там делать, а? Как ты хочешь, чтобы я тебя оттуда вытащил? Ну вот и все, сиди, перди там до конца игры. Я его не смогу даже оттуда вытащить. Ну все, прекрасно. Вырубаем быстренько свет. Берем еще пару кнопочек вентиляции и сматываемся отсюда. А ты, Атомчик, там давай. Хорошо тебе отдохнуть. Надеюсь, Атомчику в пропасти понравится. Пускай Вика там бегает, она пойдет ремонтировать свет, а я куда-то свалю вот в эту вот сторону. Главное не выключать реактор, чтобы никто не пошел его чинить, потому что потом случайно наткнуться на труп Банана, да еще и Атомчика там снизу увидят. Так, а мне интересно, а наш Шрек в своем домике на болоте находится или нет? Лерочка, сидишь, пердишь здесь до сих пор, да? Я, конечно, мог бы тебя прямо сейчас вот так взять и убить, да, и вот все, но надо как-то сделать так, чтобы она обосралась и больше никогда в мой сральник сюда не приходила. Иди сюда, Лерочка, иди сюда и смотри. Фокус-покус, рыбакит. Побежала говорить то, что я убийца, как бы мне переместиться. Опа, вот сюда, в эту комнату. Сейчас Лерочка сюда придет, и я ее сразу же здесь запердашошу. Да, стой! Да! Через вот такой вот люк ее запросто можно опередить и свалить обратно вот сюда и переместиться. Да. Вика! Атомчик, здорово! А ты чё, живой, что ли? Прикиньте, чё, всевышние силы геометрии меня отправили в какую-то угловатую черную дыру. Я вообще не понял, что это такое. Там еще этот был. Он, кстати, труп почему-то не зарепортил. Какой труп, Атомчик? Ну там, в черной дыре, там наверху где-то какой-то труп был. А, ну так его, наверное, черная дыра и засосала, поэтому я его и не увидел. А, ну да, наверное. А я видел, как этот в люк прыгнул. А, так вот почему ты этот труп-то не зарепортил в черной дыре. Так это ты! Вывод. Учите астрономию. Черные дыры очень опасны.
Ну вот здесь, кстати, соглашусь, к черным дырам лучше не приближаться. Но если вы думаете, то что вы обыграли мое обыгрывание, то вы очень сильно ошибаетесь. У меня даже на вот такой вот случай всегда есть запасной план, который хранится в этом шалкер ящике. У меня, короче, вот это... Ты что-то тут забыл, что ли, вот этот чпунь, я не могу понять. И даже не спрашивайте меня, как это, вот даже не спрашивай, сегодня священный день, и свою палку на меня даже не доставай, вот этот чпунь. У меня на все случаи жизни вот эти читы в кармане есть, которые помогут мне выиграть в любой ситуации. Осталось найти квадратноголового отомчика где-то здесь и запердохать вот его. А ты, картошка, хотя бы кого-то убить в этой игре сможешь или нет, а? То все самому, в каждой игре, каждый раз за предателя, все самому. Ты бы, картошка, наверх бы туда посмотрела, викусик, кукусик. Ну ладно, я тебе даже еще дам выполнить одно задание, чтобы ты просто почувствовала вот этот вкус победы. Ну ты беги, ага. Даже не думайте свои палки доставать, хорошо, чпуньк? Сегодня священный день. Ты понимаешь, еще одно подобное вот это вот дело, и мне будет плевать на священный день, и как бы уже пострадает другое очко. Сегодня в священный день никакой из всех присутствующих в этой комнате очков не должно пострадать, чпуньк. Но я говорю, мне будет плевать, он священный или не священный, я его потом сам водой освящу. А вот у меня вопрос к Эду. Что это сейчас было? Вот как вот что это было? Я увидел какой-то люк, непонятный откуда. Я застрял в нем. Потом приходит Эд такой, подходит ко мне, убивает меня. Потом люк закрывается, и мой труп никто не видит. Что это за маскировка военная? А вот это, кстати, хороший вопрос. Я тоже в самом начале раунда тоже ничего не понял. Я такой прихожу, выхожу на улицу, а карась уже в люке застрял. Хоть я даже еще ничего не успел сделать. Карась, ты бы под ноги бы смотрел, молодой человек, ага? Опять черные дыры, да? Ну, черные дыры, в принципе, опасны. К ним лучше не подходите. Тебе, чпуньк, тоже к черным дырам лучше не подходить, ага? Все, давайте, сразу же начинаем второй раунд. А вот сейчас честная игра, и сразу мое задание, чтобы все проверили то, что я не убийца. Банан! Иди нажми на задание. У банана, как обычно, там своя атмосфера, кстати. А метод исключения же никто не отменял. Ага, карасёчек у нас получается не предатель. Хорошо, карась. Я это запомню. По сути, я же сейчас просто могу побежать вот туда, в шалкер ящик, пока меня никто не видит. Ты там, карась, смотри, главное, еще в один люк. Ага, в люк, главное, не шандарахни сейчас. Я сейчас, по сути, могу просто вот сюда вот пойти, пока меня никто не видит, взять вот этот вот предмет и опять стать убийцей. Но, мне кажется, ну надо хотя бы один раунд поиграть честно, чтобы другие люди тоже насладились тем, то, что они могут кого-то поубивать. А то, если я каждую игру буду убийцей, так тоже не очень будет интересно. Молодцы, то, что сразу починили свет. Мое задание! Вот воровка, Вика. А сейчас у меня вопрос, кстати. А мне показалось, или отомчик прям стоял на люке примерно 3-4 секунды и... Чё-то у меня сейчас резко появились какие-то подозрения на то, что это отомчик, если я не ошибаюсь. А в этом мне сейчас, надеюсь, помогут камеры обнаружить этого самого отомчика. Ах вы ж собаки-то сутулые против меня, мои же читы что ли используете? Я говорю, вы чё воры-то такие? Одна у меня задание украла, другая просто прибежала как наглая и просто нажала на кнопку камеры. Смотрите, бежит. И исчез. Вот только что здесь бежал, больше его здесь нет. Если здесь еще одна дыра какая-то появилась, то это 100% у нас получается отомчик. И вот куда он испарился, а? Вот только что был здесь, и сейчас его больше здесь нет.
Ладно, выполню еще одно задание и буду пристально следить за тем, чтобы Отомчик никого не запердохал. Как удачно включился свет. Картошечка, пропердошечка, ах ты ж моя дорогая фиолетовая. Картошка, картошка, картошечка, картофаночка, пюрешечка. А ты это не хочешь ничего сказать там случайно, вот это по поводу люка, в который ты только что прыгнула у меня на глазах после того, как сразу же включился свет, а? Я ничего не хочу сказать, все хорошо. А почему ты это так смеешься немножко, такая-такая? Ты что, так улыбаешься там или что, я не могу понять, или плачешь наоборот? Да нет, просто весело. Вот тут смотрю вот видео всякие смешные. Вот там сзади Отомчика, вот этот лючочечек, в который только что плюхнулась картошечка после того, как зарубасосила вроде Викусечку, которая вот там вот была во время выключенного света. Ты за меня, придурка, картошечка, не держи, я же знаю, что это ты. Прощай, наша дорогая картофаночка. А ты, белоснежный наш, вот этот, ты поаккуратнее себя веди, пожалуйста, в этом раунде, на всякий такой случай. Ага, пошел отсюда, следите за ним пристально, пока я выполню вот это вот за... Чё за фигня-то, а? Только что задание было, я на него даже нажать не смог. Ладно, все, банан, ты ничего не видел, валим отсюда. Дебилы. Опа, вот так вот. Еще бы наркоманы Петровичи как можно скорее задания бы выполняли, было бы вообще просто прекрасно. Тут же осталось примерно еще 10 заданий, и все. И мы победили. Вот так. Я сейчас проверю, есть ли здесь еще одно задание, потому что я здесь ничего еще не выполнял. Вот, ходят, танцуют, идрить, колотить. Карась нафиг, говорю, вместо того, чтобы задание Да я не могу понять, чё меня эти задания-то так не любят-то в этой серии. А сейчас даже здесь не светится, не показывается то, что здесь есть задание какое-то. Да чё за фигня-то происходит? А нам-то осталось 3 задания всего лишь выполнить! Так, вот сейчас я пойду свет сначала включу, а потом вот это пойду все остальные задания выполнить. А чё здесь люк делает? Откуда здесь люк-то вообще взялся? Ладно, какая разница? Вот это свет чиним, ремонтируем быстренько. Опа, опа и опа. Все, свет починен, осталось выполнить 2 задания всего лишь. 2 задания мы выполним, и можно считать то, что мы победи... А ты что там забыл, этот крот подземный? Банан! Вот вы когда черные дыры видите, вы мимо них проходите, а не специально в них хлюпайте, что ли, не могу понять. Так, а, еще и дверь закрыли. Так, сейчас я пойду выполню тогда вот это. Сейчас я пойду выполню так. Ах ты ж собака белобрысая! Так вот, что здесь сделал первый вот этот вот люк, потому что сейчас, когда я свет ремонтировал, этот Отомчик сраный второй здесь люк поставил. И что это? И что я сейчас выйти отсюда, что ли, не смогу? Ядрёный случай, дадите вы задание выполните, но я вас умоляю, 2 задания остались, я здесь в этой клетке закрыт, даже выйти отсюда не могу. Отомчик, последнее предупреждение, выпусти меня отсюда, если бан получить не хочешь. Погладить животное 50 рублей. Ты чё, для меня здесь личный зоопарк, что ли, построил? Или я не могу понять, а? Это месть такая или что, Отомчик? Банана в клетку посадили, банан отсюда выйти не может. Я в клетку попал. Вот, вот, Ксюха, бежит, иди туда, иди сюда, иди вот сюда, вот сюда подойдите.
Господи, мать моя, ты меня не... Ты... Вы меня не... Вы меня не гладьте здесь? Вы идите... Это Отомчик, Дуримонды, вы Дуримондовские, это он! Сзади вас стоит Отомчик, вы не меня гладьте, это не зоопарк! Карась! И эти люди... Еще меня называют читером. Уйди отсюда, карась, иди сам себя гладь. Это ты у нас здесь, вот эта обезьяна, а не я. Это чё сейчас за... Я... Это даже не чёрная дыра, это... Да я вам не... Я выряю, я вам не мартышка в зоопарке, хватит меня гладить, а! Отомчик! Ну, я могу сказать одно. Хороший зоопарк-то получился. Как отлично, да, у нас в этой серии? Чёрные дыры по всей карте. Потом личные зоопарки у меня и у банана. А банана кто в эту дыру туда заманил? А ты сам туда хлюпнулся, банан, что ли? Отомчик, Отомчик, а вот сколько стоит покормить животное? 100 рублей. А, 100 рублей? Ну, я вот хочу покормить. Шпунька, дай палку, дай сюда палку, я сейчас этого карася сам забью и даже и не посмотрю на то, что сегодня священный день, карась. Наши зоопарки самые безопасные, палки мы не выдаем и животным драться запрещено. Да иди ты в пень. Достал, вот честно, вот достал со своими палками, достал просто.